Почему я приехал к вам? Вот это главный вопрос, к чему я подвожу. Те хозяйства, которые существуют, ну их половина примерно, они устарели. И машинные дворы, ты с этого здесь начинал. Машинные дворы и зерносушилки там, КЗС-20, то и десятки еще остались. Ну, десятки, может, и двадцатки нужны, семена подготовят, они более мягкой работы. Хотя эти тоже уже сушилки доведены. То есть хозяйства устарели. 50% они модернизированы, хорошие, 50% надо серьезно работать. Это образец, как мы договаривались с Александром Генриховичем, образец создания новых хозяйств. Машинный двор тот, который должен быть, зерносушилка, которая должна быть, 40 тысяч, ты говоришь здесь, да? Можно и так... молочно-товарные фермы, молоко и откормочники для откорма скота.